до нее получше. Ну, тихо, 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 мало, мало. Вот уже к зиме приготовились, он все запечатал иголку. Так это делаем. Сейчас будем пчел убирать и на откачку принесем. Угу. Вот какая забитая. Да. Они такие должны быть. Почему? Запечатанные. Слушай. Сегодня уже у нас что? Что? Может быть, что она мне забралась сюда, нет? А, ну не знаю. Да у меня там резинки снизу, ладно. Не должна тогда быть еще резинка. Ну. А почему ты вон ту оставил? Что? Вот там две оставил. Почему? Мы потом заберем их. А-а. Я просто отставил, чтобы удобнее было. А-а. Поймет янтарный на свет. Мне тоже нравится пасеку снимать, если честно. Я иногда фотографирую, либо снимаю, хотя крайне редко. Иногда очень красиво. Зимой раз посмотришь, вспомнишь. Красота. По-хорошему, такие рамки самые хорошие. Самый качественный мед, когда они почти полностью. Дольше хранится лучше или как? Ну, он весь хранится одинаково. Он весь, ну как, не то, что он. Если только он не настоящий, как сказать, да. Нормально. Но если. В принципе, у них, наверное, надо бы часть забрать бы. Особенно, которые не подлежат зимовке. Ну-ка, на солнце. Ну-ка, посмотри. Ага, ничего, нормально. Есть засев? Да, есть засев. Есть? Вон однодневный разнообразный. Ну, хорошо. Ой, а, ой, как красиво. Значит, засев есть. Так, что это? Видишь, они ее уже сверху к зиме приготовили. Давай какую-нибудь крайнюю медную выдернем. Ну, на крайнюю, это не вот с этой стороны. Придержи. Что им бассейн поставить?
вообще. Что, надо было? Нет, нет, все. Вот обороты набирают, видишь, 170 оборотов поставил, это 17,1, это 170 оборотов. Угу. Вот. Все, можете закрывать. Что, спина не дует? Нет, нормально все. Затекает. Да, уж стоит-то так. Вот и самая тяжелая вот работа, это распечатать целый день, а тут парища такая. Темнее пошел мед, слушай, сегодня. Да, по-моему, вот там вот мы выбирали, так там светлые тона. А мне? Ну, понимаешь. Мне кажется, темнее. Вот, видишь, открутила, сейчас остановится. Угу. Я буду переворачивать. Переворачивать, ага. Тут плохо торна занять. А сейчас есть медогонки уже, которые автоматически переворачивают. Да, другой. Раньше помню вручную. Нет, Тамар, вон из того, бери рамку. Вот отсюда? Да, так да. Полурамки стоят. Полурамки? Да. Это все, да? Вот она поворот.